Падение Каира. Ликующие итальянские солдаты вошли в Каир сегодня, почти сразу после того, как последние британские части отступили из города. Немедленно был организован парад победы, и итальянские солдаты стекались к великим пирамидам в Гизе, чтобы сфотографироваться на фоне знаменитых достопримечательностей. Теперь, когда Каир находится под его контролем, Бенито Муссолини стал на один шаг ближе к тому, чтобы связать итальянскую Восточную Африку с итальянской Ливией и сформировать непрерывную протяженную колонию в Африке. Очередное завоевание Италии. Ой, блин. Форца, форца! Нас тут еще окружили. Сеньоры. Формационе. Что-то здесь стало жарковато на юге. На самом деле мы сейчас, скорее всего... У нас тут есть выбор. Либо мы на юг двигаемся, либо мы на восток. Скорее всего, мы пойдем на восток, чтобы ускорить падение Советского Союза. Попробуем атаковать Советский Союз здесь. Пронто, сеньоры! Formazione! Avanzate! Avanzate! Continuate l'attacco! А у нас авиабаза еще переполнена здесь. Полевую медицину изучим на поддержку войны. Pronto, signore. Так, воздух мы обеспечили здесь. Formazione. Sì, signore. Поплыли на Эгейские островочки, заглянем. Как там ситуация? Посмотрим. Ну что-то англосаксы не хотят сдавать без боя. Суэцкий канал. Походу мы потеряли одну дивизию. Советский Союз аннексирует Танутуо. Формационе! А, не, мы успели. Все-таки успели. Форца, форца! Формационе! Континуате атаку! Хотя... Pronto, signore. Хотя еще не факт. Мы спасем эту дивизию здесь. Си, сеньоре. Так, а штурмовики нам надо тоже сюда перебросить. Сеньоры!
Формационе. Дальше у нас Кипр на очереди. Формационе. Как это советские эсминцы занесло в Средиземное море, интересно. Турция же вроде не пропускает корабли советские через Боспорский пролив. Блин. Pronto. Sì, signore. Не, походу, все-таки мы потеряем дивизию. Sì, signore. Avanzate. Ritirata. Forza, forza. Не, выстояла дивизия. Sì, signore. Formazione. Continuate ad avanzare. Avanzate. Sì, signore. Fuoco nemico. Formazione. Sì, signore. Где там подкрепление наше? Мотоциклов не хватает подкрепления. Так, вместо мотоциклов мы здесь поставим разведку на танкетках. Добавим роту связи. Формационе! Ну, теперь можно чернорубашечников выделить нам в отдельное. Pronto, signore. В отдельную армию. Pronto. Formazione. Sì, signore. Sì, signore. Formazione. Pronto, signore. Formazione. Mm-hmm.
опять горючее у нас заканчивается. Линию обороны поставить нормально, вот видите, вот здесь вот. Дальше пока не продвигаться. Нам бы на восток сейчас. Pronto, signore. Formazione. Sì, signore. Двигаться. Avanzate. Formazione. Formazione. Avanzate! Fuoco nemico! Ни хрена себе, воздух. Еще больше сюда согнали. А, ну это из-за того, что у нас горючего нету. Национальная территория теперь считается. Так, мы, наверное, сейчас еще перебросим эту армию тоже. Перебросим в Африку, а то там что-то у нас маловато дивизий. Sì, signore. Pronto, signore. Sì, signore. Avanzate! Pronto! Pronto, signore! Avanzate! Pronto! Pronto! Avanzate! Avanzate! Прям они так хотят эту дивизию уничтожить, прям капец, союзники. Прям готовы положить кучу народу, лишь бы эту дивизию уничтожить. Формационе! У нас здесь, вот здесь у нас формационе. Ripparatevi. Промышленности мы прокачаем. Истощение дивизии минус 4%, госпиталь. На Советском фронте было проще нам воевать.
как-то тяжело у нас пошло дело. Броня 24. Формационе. Riparatevi. Sì, signore. Так, поплыли, короче, на Кипр. Sì, signore. Formazione. Vi respingiamo, signore. Avanzate. Continuate ad avanzare. Да, у них тут дофига дивизий прибыло. Надо здесь вставать в оборону где-нибудь на севере. Авансате! Нам тоже надо подкрепление перебрасывать. Эксперт по логистике добавим. Марио Берти. Потребление припасов вне боя. Штраф за нехватку припасов вне боя минус 15%. Pronto, signore. Что-то нам здесь дивизия не укомплект... А, людей не хватает здесь. И снаряжения тоже не хватает, кстати. Средней артиллерии нам не хватает. А, можно, кстати, сейчас танки еще заюзать будет. Это как-то тут у нас не все в порядке. Pronto. Не все здесь гладко у нас. Где там наши эти снабжения по воздуху? Continuate ad avanzare. Pronto, signore. Не, ну здесь тоже нам нужно снабжение по воздуху. Pronto. Sì, signore. Avanzate. Avanzate. Pronto. Thank you.
Прокачаем дальше улучшенную переработку нефти для прироста горючего повышенного. Или что там у нас? Флюидный каталитический крекинг. Формационе! Авансате! Форца, форца, форца! Формационе! И тут эти скоты плавают, блин. Я думал, а это... Это наши здесь. Формационе. Да тут немцы кого-то топили здесь. Да, надо сюда перебрасывать снабжение по воздуху. Отсюда поколеваем, наверное. Отсюда мы поколеваем. Пронто, сеньоры! Си, сеньоры! Пронто! Марио Берти сюда придет на помощь. Сеньоры! Шарит снабжение. Авансате! Формационе! Сеньоры! Pronto, signore. Formazione. Formazione. Avanzate. О, мы, кстати, можем взять фокус рейд на Гибралтар. Это хороший фокус. Могучая скала Гибралтара практически неприступна с моря.
Однако теперь, когда британцы уступают нам, мы могли бы убедить Испанию вернуть то, что принадлежит им. Ну, типа, произойдет пограничный конфликт между Испанией и Великобританией, который, возможно, перерастет в войну между Испанией и союзниками. Что нам явно на руку будет. Посмотрим, какой там будет у них. Может быть, Испания реально возьмет Гибралтар, тогда у нас Средиземное море закроется для союзников полностью. Оно и сейчас, в принципе, уже закрыто, можно сказать. Куча тяжелых танков. Си, сеньоре. Сейчас Марио Берти с Витторио Амброзио разрулят здесь. Я в них не сомневаюсь. Пронто. Пронто, сеньоре. Пронто. Sì, signore. Pronto. Sì, signore. Pronto. Sì, signore. Броня у них крепкая, мы ее не пробиваем. А, фига, тут еще случилось восстание, походу. Восстание в Ливане произошло, видимо. Палестина капитулировала. Это хорошая новость. Антифранцузское восстание. И Ливан вступил снова в ось. Ну вот Ливан с этой самой Сирией, это прям... чемпиона мира по переобуванию, потому что они сначала были в союзниках, потом они вступили в, ну вот, или в японскую, или в немецкую эту самую фракцию, потом снова к союзникам, и теперь снова в немецкую, в японскую фракцию они вступили. Туда-сюда перебегают, короче. Pronto.
готов. Сейчас их продаем здесь. Пронто, сеньоры. Фуоко немико. Упорные бои, видимо, они спохватились. Все-таки подогнали сюда подкрепление. Пронто, сеньоры! Пронто! Continuate ad avanzare! Preparatevi! Pronto! Formazione! Pronto! Так, добавим-ка мы Витторио Амброзио саперов в эти дивизии, этих средних танков. Сейчас посмотрим, как они запоют. Самый последний пулемет здесь, Бреда М-37. Сейчас на повышение стабилки что-нибудь. Пронто! Пронто! Авансате! Надо попробовать обойти вот этот табун весь, обойти вот так вот возле Хургады. Вдоль Красного моря. Си, сеньоре. Continuate ad avanzare. По-моему, это просто гениальный план. Pronto, signore. Avanzate. Блин, опять нас в котел взяли. Только немножко отвлекаешься, сразу в котел берут. Капец. Formazione.
О, хорошая новость, кстати. Нас, походу, мы, походу, закатлили сейчас вот эти дивизии. Да, им снабжение им отрезали. Благодаря восстанию арабскому на Ближнем Востоке у нас... Си, сеньоры! Здесь все получилось. Вовремя они восстали здесь. Короче, тут хаос. На Ближнем Востоке хаос. Формационе! Пронто, сеньоре! Все-таки, а нет, си, сеньоры. Вроде не уничтожили. Си, сеньоры. Вроде мы спасли нашу дивизию. Короче, здесь на этом самом заруба конкретная. Си, сеньоры! На Ближнем Востоке. Си, сеньоры! Формационе! Пускают нас союзники в эту самую... Пронто! Эфиопию. Авансате! Ну вот эта механика прикольная с восстаниями. Тут было восстание в Йемене, арабское, антианглийское, и здесь тоже арабское восстание. Нам оно сильно помогло, это восстание, на самом деле. Pronto, signore. Oh,
Pronto! Avanzate! О, уже немецкие танки сюда приехали. Ретирата! Это они прям вовремя сюда подошли. Си, сеньоры! Пронто! Формационе! Си, сеньоры! Сейчас эту группировку окружим. И, наверное, на сегодня все. Форца, муветеви! Аванцате! Аванцате! Пронто, сеньоре! Пронто! Sì, signore. Pronto. Avanzate. Ну что, дальше надо продвигаться в Ирак, наверное, еще. Ирак тоже надо освободить от английского владычества. Си, сеньоре! Пронто! Пронто! Аванцате! Пронто, сеньоре! Си, сеньоре! Pronto, signore! У нас быстро очень сильно это резервисты тают быстро, капец. Формационе!
Пронто! Пронто! Формазione! Pronto! Signore! Sì, signore! Да, потери у нас большие, потому что у них уже у всех дивизии такие всякие механизированные, а у нас пешие, поэтому у нас пехота обычная, поэтому у нас потери большие. Пронто! Партизаны. Сирийские партизаны. Си, сеньоре. Си, сеньоре. Sì, signore! Formazione! Sì, signore! Formazione! Avanzate! Muovetevi! Formazione!